Для приготовления шашлыка из телятины и курицы нам понадобится 3 кг телятины, 1 кг куриных голеней, 1 кг репчатого лука, 200 г майонеза, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка смеси перцев. Нарезаем мясо телятины кусочками где-то 3 см в длину. Лук нарезаем полукольцами. Нарезанное мясо телятины, куриные голени, нарезанный репчатый лук складываем в большую емкость. Туда же добавляем майонез. Добавляем соль, смесь перцев, и все тщательно перемешиваем. Ставим мясо в маринаде в холодильник на одну ночь. На следующий день мясо выкладываем на специальную решетку или нанизываем на шампура и жарим его на углях до готовности. Подаем шашлык с помидорами, огурцами и зеленью. Приятного аппетита!